Глава Карачаева-Черкесии Рашид Тимрезов сегодня провел совместное заседание антитеррористической комиссии республики, оперативного штаба и координационного штаба по предотвращению и оперативному реагированию на угрозы возникновения, распространения сепаратизма, национализма, массовых беспорядков и совершения преступлений экстремистской направленности в режиме ВКС. В заседании приняли участие главы городов и районов республики. В целом, общественно-политическая ситуация в республике стабильная, налажено взаимодействие всех ответственных структур по обеспечению безопасности жителей и предотвращению террористических угроз, отметил глава региона. Обсудили ряд вопросов по взаимодействию органов государственной власти, местного самоуправления, ОФСБ, правоохранительных структур и силовых органов в преддверии ряда значимых общественно-политических событий, единого дня голосования, Дня знаний и Дня республики с учетом существующих вызовов и потенциальных угроз безопасности. По данному вопросу принят ряд решений, направленных на обеспечение общественного порядка и безопасности граждан.